Миротворцы ОДКБ из Армении, Кыргызстана и Таджикистана покинули Казахстан. Военнослужащие, охранявшие стратегические объекты в столице и Алматы, выполнив свою миссию, передали пост вооруженным силам нашей страны. Военный контингент Кыргызской республики, который все это время караулили ТЭЦ-2, отправился на родину ранним утром, отметив успешное завершение операции. Напомню, что из соседней страны прибыли 150 бойцов спецназа и военнослужащие из отряда «Скорпион». Я думаю, впервые, как по линии ОДКБ, у нас прошла такая миротворческая операция. Я считаю, что она прошла успешно. Осталось нам всего лишь добраться себе домой, пункты постоянной дислокации. Все живыми, здоровыми. Казахскому народу желаю процветания и мира. С чувством выполненного долга на родину возвращается военнослужащий Армении. По словам командующего вооруженными силами Тарона Кучаряна, проведение миротворческой операции стало большим опытом по охране стратегических и других важных объектов. За неделю в Казахстане военные подразделения прошли серьезную проверку. Проведение миротворческой операции для нас это большой опыт в первую очередь. Во-вторых, Армения всегда готова помочь братским странам, а Казахстан является таким. И мы и впредь будем помогать нашим друзьям.